Первый рейд с ВК приходит, блядь, на Геру 40 человек, блядь. А когда пошли уже бить квартальных боссов, у нас еле рейд набирается. Ну, мы Ты сейчас... имеешь в виду первый день? Да. А потом, то есть мы там из говна и палок собираем рейд и пытаемся бить боссов. То есть, ну, может, мы все-таки и вот Поверь, этот там вопрос из был. говна и палок лучше обычно, чем второй, блядь, чем первый. Вот, и типа, и то, что у нас РТ на Геру заканчивается, всегда будет 19-0. Это уже стабильность. Ты спрашиваешь, есть инфа? Ну так вариантов там много здесь. Бывает, что люди то на работу уходят, то в ночь на смене, то еще что-то. Да не, Не всегда то же есть... они просто не заходят в игру, а Сделай, бывает. вот смотри, давай, ну вот просто, я тебе, ну, как сказать, это не может быть, да, именно вот какой-то работы, да, это уже закономерность, потому что сделай ты это просто в другой день, да, люди также придут. Они придут также на первый день, именно на пронос 8 боссов, да, потом они опять хуй забьют, вот в чем вопрос. То есть тут не то, чтобы, блядь, работа, там, еще что-то, люди просто не приходят. Понимаю, работа это все, ну, хорошо, блядь, это всякое бывает, но не так, что, да, блядь, в один день нахуй все не работают, блядь, да, а во второй день, блядь, все сразу резко заработали. Ну, как это так? Не просто так же все ставят в начале недели первые 2 дня 25 гер. Ну, если бы в конце лучше ставить. Вы хотите в первые дни 25 гер? Ну, Я был бы не против. я хочу А просто потом играть. сходи в 25 гер, на обычки не пойдете, да? Ну, почему не пойдем? Да я пойду. А при чем, Хуйня. ну какая Да мне разница, без где ИП будет? пойду, мне похуй. Так в обычки все ходят для того, чтобы тупо ИП полутать же сейчас, нет разве? Ну, во-первых, не все. Тут есть люди, которые еще для Геры не готовы. И некоторые из них играют лучше тех, кто в Геру ходит. Для этого эти обычки существуют. Плюс есть шемы и посохи разные, которые люди собирают. Не, Не, все если вам факты. обычки не нужны, то можно оставить одну Геру и всех, кому нужны обычки, нахуй послать. Пускай ходят с пугами. Как думаете, это нормально будет? Ну, вон я твинами своими хожу с пугами, а ты Ну вот, заебись. некоторые ходят, но это еще зависит от того, кто сколько играет по времени. Не знаю, блядь, как-то я веду вполне для того, чтобы с твинами даже типа в обычку ходить, как-то мне нахуй. Это кто сказал? Стилейшн храм. Фиалтон. Ну как ты там отзываешься? Трелтон, да. Я говорю, гильдию вступал не для того, чтобы с пугами рейдить даже обычку. Ну вот. Гильдию Ну, вступает мне для того, обычка чтобы с гильдию нахуй ходить. не нужна, как бы Да, вообще. понимаешь, если условно говоря, просто у нас какая ситуация, типа мы приходим, ну, так, пизду, нахуй, вы сами видите, мы обычку проходим 3 часа, мы ее Я проходили три был часа, вчера, нахуй, видел эти проблемы все. Ты вчера не видел. мы ее проходили 3 часа, нахуй, когда она была еще, ну, не понерфленная, блядь, и сейчас мы, нахуй, когда уже, блядь, все в овергире, нахуй, мы ее все равно проходим 3 часа, блядь, просто, ну, это пиздец. Ну, во-первых, не Не, все ну... в овергире. Где ты видел все в овергире? Там не 400 тысяч ДПС рейд собирается, а 320. До Синдрита вполне стабильно все было. Так он еще Ровно тогда в 4. 208 уж добивался этот рейд, если без вайпов идти, он за 2 часа, за 2 часа, за Ну, 2,5. вот это самое главное, если. Лагали с два ключевых персонажа. Это танк второй и И... Синтек Хил. И они лагали так, что они просто на месте стояли, нихуя не делали. Потом я уже под конец начал у меня ноутбук уебываться лагать. Я вообще, честно говоря, заговорили за ИП, за время. Я вот сколько нахожусь в гильдии, я ни разу не видел жесткую дележку шмота за как раз таки ИП или приор. Ну да, у кого-то больше, у кого-то меньше, но не прям так, что вот кто-то ходит и нихуя прям не получает. Да тут не об этом речь. Речь, я говорю, речь о том, что, ну, просто меня вот больше беспокоит то, что, я говорю, мы обычки, блядь, сидим, нахуй, на 1,5 часа дольше задерживаемся, а Геру травить мы расходимся, говорю, блядь, в 19:00 по Москве. Ну тут получается просто, значит, в обычке они верят, что могут закрыть, а в Геру, получается, не верят. Тут уже я не знаю, это надо как-то. Уже кто Геру постоянно ходит, вам как-то надо, не знаю, через Славу это решать или самим как-то смотреть. Ну, кто сливается постоянно с ней, иначе, ну, какой смысл просто? Человек, если не верит, что он может дать больше 8 боссов убить. Ну, чё смысл тогда?
Что, так и сидит своими фундосами? Типа, что они верят? То есть то, что мы синдроне можем одеть, который нахуй просто нужно, блядь, не сдохнуть от ебаного метеорита, который сверху. Ну, я не знаю причины, нет, почему люди не приходят. Что, не можем лану, где, блядь, укусить, надо просто грамотно людей. Профа та же самая хуйня, там тоже нихуя сложного, только если люди не ну, просто нужно. Но я уже об этом говорил. Ну так видишь, ты говорил, а кто-то. Проблема, проблема ясна, я уже озвучивал. Просто, ну, пусть знает, мы ничего с ним не делаем. У нас же, кроме Войда, может кто-то 25 обычку водить. Вот, а почему бы не рассмотреть вообще параллельные рейды и дрочить до Талова это 25 гер? Параллельные рейды, потому что половина, твинов, половина твинов идет. То есть люди, которые идут в первый рейд, они потом на твинах идут во второй рейд. Вот смотри, на сейчас второй рейд. Инсик это синтек. Ты куда убежал, блядь? Не, а тут. История идет. Еще почему может быть так, да? То есть почему твинов очень много сейчас и почему твинами очень много ходят? Потому что, ну, что здесь греха таить, по-любому есть кто-то заряженный, кто, ну, может так или иначе не зайти просто на обычку, да, там, не прийти. А на гер он всегда придет. Надо этот факт отвечать, мне кажется. А есть наоборот, кто заряженный, наоборот, ходит постоянно обычку? Есть, конечно. Ну, я стараюсь одним персонажем помкать, когда старые всегда. Я тоже лично одни... вижу одних и тех же людей. Одним я всегда хожу. Ну, вчера не смог прийти, я вчера домой приехал только в 2 часа дня. Дальше не был дома. В 2 часа дня? Ну, я считаю, я ночью. Я не ночью не спал, короче. Вот приехал в 2 часа спать лег, и вот проснулся только час назад. Я вчера тоже не мог прийти, у мамки днюха была. Вот видишь, ты говоришь, кто-то заходит, кто-то нет. В этом плане это удобно, то, что есть две 25-ки обычки. Я уже объяснял, зачем эти рейды нужны. Ну, если кто-то не понимает... Да, не, речь вроде... не о том, что не ходить в них, речь о том, чтобы проходить их быстрее. И о том, но что... это всегда была цель. Просто бывают ситуации разные. И что, ну и именно за ИП то, что топа начал. Что... Ты объяснял. Да говори ты сначала. Что... Ну вот я просидел 5.5 часов. Просто я получил 1000 ИП. Сейчас говоря... вторая 25-ка пойдет, они получат 1200. Хотя они прошли то же самое. Я точно так же старался. Я старался не косячить, пройти рейд. Но я почему-то получил 1000 ИП, хотя мне там ничего не нужно. И просидел я 5.5 часов. Да, слышь о том, что рейд, условно говоря, должен быть 4 часа. Все, кто ушли раньше, топа ушел, потом еще 3 человека ушло. Все по 1000 получили за 10 боссов. Вот, по 1000. По 1000. Ну, по 100 ИП за босса все получили. Сколько за убили. Босса, за 1000. Хотя он мы бонус хочет проходим, просто, видишь? Мы проходим обычно нормальной пачкой 1200, блядь. Вот он не хочет бесплатно, как... не хочет бесплатно гильдии помочь. Я помогу бесплатно, я хочу... Конкретное число. Что нет, хочешь, я хочу конкретное число. То, что я хочу число за время. То есть я пришел на РП, на рейд, вот, остальные там, допустим, второй рейд пройдет, такие же люди, которые проходят спокойно 12 боссов, они получат 1200. Правильно? Скажи, я короче, пришел хочешь... помочь. По часовую оплату, понял. То есть, как если бабочки. Мы, блядь, за рейд не прошли, блядь, я просто этого не понимаю, почему тогда это нечетко, блядь, или что-то как-то, блядь, ты хочешь надо, часовую чтобы оплату. Надо, чтобы взяли ИП дополнительное, которое вчера дали, чтобы ты, ну, типа... Да мне все равно, я не отстану, я точно так же останусь и первый приоритет в гильде. Вообще всегда ИП дается за убитых боссов. В некоторых гильдиях даже они сидят там 5 часов, но не убили ни одного босса, им вообще ничего не достается. Это у нас РЛ Void просто щедрый и дает какую-то поблажку. Зайди в ЕПГП, почитай аддон, нормально, за что и дается ЕП. Там даже есть приоритет, то, что дается там, блядь, на каком-то освоении или на чем-то еще, дается за время.
И про это говорить, то, что за убийство дают, этого не было никогда, и этого нет. Сдают только за первое убийство боссов. Идет за фест скиллы, только есть такое. Прикиньте, какая хуйня вот прикольная. В разных гильдиях разные правила. Там нет, это стандартное правило. Поверь, человек, который играл в ту гильдию. Смотри, вот на офисе такая хуйня, просто еще близы давно от этой хуйни ушли. Ну, как давно ушли в каких-то аддонах от этой хуйни. Ты вот убиваешь босса, а вещь с босса падает человеку в сумку сразу, рандомно любому. Но, и человек, если у него вещи... Если у него вещи выше левелом нету, либо такого же, он ее даже передать не может, потому что считается, что эта вещь его улучшит, то есть, а вещь, которая его улучшит, он ее не может передать. И там люди ходят в рейды, блядь, не за ЕП, ГП, не за то, что им их дадут, блядь. Они просто туда ходят, блядь, вот и все. Они идут, блядь, проходят боссов, получают вещи. Если вещь дропнулась, да, и у кого-то уже такая из рейда есть, человек просто передает. Это касаемо там трункетов, потому что они рандомно падают. Он просто берет, ему передает, и тот забирает. Все, нет этой проблемы, нахуй. Просто правильно минус. Я сказал, если эта шмотка ниже его шмотки по рейтингу, по этому левелу. Либо она идет другому. Да, то есть тогда он может ее передать. Он может передать. Ладно, народ, погодите, дайте узнать. Ага, все, шкаф ставлю. Мы идем вот таким составом или будем там ждать пока еще людей? Так вот, и тут вот, понимаешь, слушай, зачем, то есть вы вообще ходите в рейдер? Это для того, чтобы поиграть, блядь, либо все-таки ради того, чтобы, блядь, там... ЕП лутать, да? То есть нет, вот вот. Я тебе говорю про то, что, что вот идет 25-ка, которая ходит в геройке, да? Правильно я говорю? Да. Она помогает людям одеться. Правильно? Да. И типа, эти люди раскидываются по двум 25-кам. Правильно? У меня, смотри, вот у меня у приста нету... Там боссы уже пуляют, боссы пуляют. Там уже, ну, боссы пуляют, давай. Нету ни одной шляпки. Я говорю, то, что для людей, которые по этим двум 25-кам ходят, чтобы они получали одинаковое количество ЕП. Они короче, том, что... топчики должны больше получать, чем начинающие. Нет, пуляют, они одинаковые. Будут, если мы они прошли больше. Полностью, если мы прошли полностью, они точно так же получат. Но мы-то, блядь, у нас это все пройдено, все это, блядь, мы мучаемся и сидим. Посидим по 5 часов, блядь, там или что-то так такое. Ты это, мы же тебе говорили, ты специально идешь помогать за ЕП. Ты получаешь ЕП, ты шмотки не получаешь. А те люди. А почему я должен там получать меньше, чем остальные, блядь? Если они сейчас вторые 25-ки, блядь, и убьют это все, я должен получать меньше. Я про это говорю. Потому что не закрыли босса. Двух, так месяцев. Это не из-за меня, блядь, не закрыли нам. А это гильда, понимаешь? Здесь нету тебя именно. Это гильда. Сейчас, погодите. Мне сейчас напомнила эта тема. Это не вот соло игра, понимаешь? Топом мне напомнила, но чего как? Что вы босса хилите? У нас на работе, короче... У нас на работе, короче, два объекта раньше было, короче. На одном объекте было много работы, на другом объекте было мало работы. И кто мало работал, короче, там возмущался один чувак и говорил, типа, кого хуя, я дохуя работаю и мало получаю, а те, кто почти не работают, они столько же получают. И вот, короче, началось это, ну, из этого человека, короче, делегации и проблемы. И по итогу его, короче, нахуяли. Хуевый пример, но все равно... Не, я говорю, это гильда. Я работаю, блядь, сам на себя. Совместная игра, понимаете? Это ты не в соло здесь не вытянешь, но. Ты просто помогаешь гильде. Тебя попросили помочь, ты пошел. Да а не, пошел, не, просто все, пацаны, понятно. Просто RLGM хуёвый, и хуёво ничего не понимает. Обижает людей, хуесосит. ИП не дает. И это тоже. Ники, блядь, неправильно говорит. Я найду, где ты живешь. На туре. Ники неправильно говорит, это же вообще пиздец. А, я заберу ты, вторую. Да ты не тяни на себя дело, что ты начинаешь-то? Да. Отбегай отсюда, Хукмастер. Не отбегать надо. Рано дорогу. Или поздно он не придет в рейд. Да, в другую, ну. Вистофляга, что нельзя было под ебалом не находиться? Ну, там можно было, конечно. Можно было. Дайте какую-то босса сокру, инсика, там, ману ему залейте. Инсики. Он сейчас два коста даст. Напоминай, Войд, что тут нужно делать, потому что я тут, блядь, не был лет 8, нахуй, если честно. Ну, сейчас надо босса бить.
Но я уже мертв, так что ну. А, ну ГЦ. Я про этот, перетлон, блядь. Лежи, смотри, блядь, как остальные боссы убил, блядь, человек. Да, такой умный, да. Покидай тело, заходи в инст. Беги, садись, пей, ешь. Садись на коня, подъезжай к Савиане. Я не буду ждать сейчас одного человека, сразу пуляем. Да пуляй. Ты же трэш ебущий. Ну да. Короче, было очень интересно и познавательно. Такое еще в будущем будет не, и не раз. И вот тоже кто-то там говорит что-то, типа там кто-то что-то помогает. Ты открой ЕПГП и глянь, кто что и помогает, блядь. Так, открываю ЕПГП. Так, смотрим по количеству ИП. Первый ровист. Там у Шектора больше всех, даже больше. Это в этом рейде, кто сейчас здесь есть. Первый это ровист. Говорил Лингрен, помогает. И он, блядь, с вами только месяц ходит. А я хожу сначала. Уже давно, в самом мозге. Вот, видишь, давно. Я тоже хожу, как бы, постоянно. Ну, у меня тоже есть какой-то приоритет, все вот это, блядь. Я самый первый сейчас в данную по приоритету. Я забираю шмотку там раз в месяц, наверное, какую-либо. Ну, я просто говорю, это игра не то, что соло, это, блядь, пати, это, блядь, рейд, нахуй, здесь в данный момент. Да, если здесь бы там... Я же раз и говорю. Если бы 5 человек есть, ушло, мы есть, бы и не есть закрыли. Есть 25-ки, вот эти вот 25-ки. Есть люди, которые постоянно ходят, помогают, вот это все. Я не говорю только про себя. Вот мы вот просидели, блядь, и я обратил внимание на то, что есть и другие люди были в рейде, которые ушли раньше меня с 25-ки. Они точно так же, блядь, ходят постоянно, блядь, они в рейде постоянно появляются. Не, я считаю, надо забрать 1000 ЕП, которые там дополнительно дали, блядь, и чтобы закрыть эту тему, блядь. Ну, с другой 750. Стороны... С другой нет, стороны, нет. Если я бухну, я еще на еще 1000 сверху накину тем, кто остался, да? Да, причем я бухну, блядь, ну смотри, ну, смотри, да, вы идете. Я тоже пиво и все, блядь. Ничего против не имею. Я скажу, я говорю, вы идете в 25 обычку, да, там, ну сколько там было дополнительного ИП? Вообще, да, забить, блядь, это да, дополнительное, 800, блядь, про обычку, блядь. Вот, смотри, вы идете в обычку, то есть, а за что дополнительное ИП? За то, что вы, блядь, там синдру осваивали, блядь, или что? Ну, ну типа, блядь, ну, серьезно. То есть, за то, что, блядь, вы страдали, еще раз потому напомню. Что у кого-то, блядь, что-то вылетало. А, ну, да, ну, типа, ты, вы, во-первых, ну, мы страдали, ну, во-первых, в рейде не дебилы сидят, недавно какие-то... Вчера-то дебилы сидели, блядь. А ситуации я бывают все разные. Все дебилы, что ли, были? Не, ну ты, ну, блядь, ты хочешь ты сказать... Ладно, ты ну, отлично. Да. Если ты хочешь сказать, вот у меня, допустим, выключится комп, что я автоматически дебилом стану или что? Ну, окей, давай тогда... Ну, ну тогда дайте тогда топи это ЕП. Он же, в принципе, так же, как с вами, нет, сидел там, страдал, просто ушел пораньше. Или как? Я хочу, чтобы... Было за первую и за вторую 25-ку людям, которые находятся, ходят в героик, давали одинаковое количество ЕП. Всегда. За первую 25-ку обычку. Если мы просиживаем полный рейд, либо сидим даже пускай там сверху по своему желанию, вот есть люди прошли, мы должны получать полное количество ЕП. Это 1200. Я не только про себя говорю. Короче, весь смысл вот этого твоего разговора в 200 ИП, да? Нет, я говорю, что люди... Ну ты получил 1000... Ну смысл в том, что трэш, блядь, у нас в рейде, нахуй, и вот в чем смысл. Да его затанчили уже. В 12 ночи уже вознаграждение, ну, другое, за нахождение времени. Кто, блядь, до 12 часов убил 10, значит, косарь получил. Если речь идет после 12 часов ночи... Значит, уже, да, там речь идет о каком-то дополнительном ЕП, все. Ладно, короче, давайте, блядь, мы убьем боссов, а потом, если у вас будет время, вы пообсуждаете. Убили? Ебать, охуенно. Алина на вас нет. Весь рейд сдох. Ну, короче, мы сейф изжан. Там какой-то пиздец. Да, у нас трэш рейд. У нас фокмастер один. Просто видите, топа говорит о том, что условно говоря из-за того, что мы делимся на два рейда, блядь, и он примерно пошел бы, да, там, какой-то там определенный рейд, полутал бы
фулл ЕП, а он пошел, к примеру, там остался, пошел во второй рейд. И он не полутал фулл ЕП. Плюс сверху я рейд. Съел полтора часа. Плюс там еще какие-то бонусы. Хуёнусы, я не прошу сверху. Банально. Вот. Но он, смотрите, он качает вообще заплементарные вещи, которые, в принципе, всем должны быть понятны. Что, типа, в одном рейде пойдут одни люди, в другом другие, а приор будет расти по-разному. Он да, да. Пытается донести, что приор должен расти одинаково. Это правильная вещь. Да, это абсолютно адекватная правильная вещь. То есть, что не должно быть такого, что люди, которые якобы вчера там страдали из-за лагов сервера, блядь, и из-за того, что у кого-то там компьютер, нахуй, блядь, деревянный, нахуй, соответственно, второй рейд пойдет, получают, блядь, 2000 ЕП за рейд, да, а люди, которые пойдут во второй рейд, там, завтра или когда он будет, блядь, получат 1200, то есть, ну, не должно такого быть. А потом они придут в Геру, да, условно, и они шли вровень, да, а у этого человека будет на 800 ЕП больше. То есть такого не должно быть. По справедливости вы правы, а по факту на это и существует статик 1 и статик 2, или там, грубо говоря... У нас нету статика 1 и статика 2. Если бы у нас было бы два разных статика, из которых бы выбирались люди... Только что же говорили, что это одни и те же люди. У нас статик твинов, понимаешь, понимаешь? Да, да, пацаны, вот здесь... Да. Но если бы у нас было бы по факту два состава, то тогда уж да, это было бы вполне нормально, что кто-то косарь получает, а кто-то там косарь 200. Но в нашей ситуации действительно, вы сейчас правильно все говорите. Вот видите, я как и говорил, как обычно по теме. Вот. Видите, и разобрались, блядь, не вот этот орг бесполезный, разобрались в ситуации. Ну, короче, ситуацию надо... прист, и еще есть какой-то фунтик, он прист, может его тоже взять, он там хил. Так выпьем же за это. Я пойду чаю все, наверное. Это не времени, реально, здесь вопрос... Согласен, пьем. Конкретно давать одинаковое количество, и похуй уже там, блядь, время, не время, до утра, на работу, рожает жена, там... На 30 секунд отбегу. Вот, трипеху закинем в рейд. Что закинуть? Триплеха вон плюс. Да я уже в рейде. А, все, не видел. Консилер там собрал рейд. Все хорош. Так, получается, хорош, вот я смотрю по... Так к чему в итоге пришли? Со вчерашним рейдом. Бонусное ЕП не выдавать. Да. Нет, менять я ЕП не буду. Еще какие решения есть? Всегда выдавать одинаковое количество ИП. Типа 25 гер ходит первым статиком в обычку. А давайте, у меня есть охуенное решение с тем, что мы возьмем и убьем ебучего Халеона, пожалуйста. Это первое. Второе заберите у мистери ассиста, пожалуйста. Да потому что, ну, блядь, это уже идет. Вообще, я даю предложение. Люди, дайте я скажу. Можно, вот, просто можно всем мут, Войт? Я только скажу, буквально 5 секунд займет. Люди, которые ходят 25-ку, им дать звание определенное какое-то, то есть, если они идут 25-ку, и кто ходит простую обычку, им дать звание ниже, то есть, кто одевается там. И все. И людям, блядь, со званием, блядь, кто в героик уже доступен или что-то такое, просто ЕП давать больше, и все. Так, я все. Но тут, знаешь, тоже возникает резонанс, потому что у нас есть ребята, которые имеют лут, гир для целка гер, но его не берут, потому что он по сетапу не подходит в героический режим. Либо такой же класс уже как бы есть его. Поэтому я и говорю, звание в гильдии, которые люди ходят. Причем тут это... Все должны получать одинаковое количество ЕП. Вот, блядь, вот 1200 получили, вот все. Типа, кому надо одеться, они полутают шмотки, получат ГП. Так что по приору они все равно будут ниже, чем ты. Нет, а в том-то дело, что... Да ладно, все забить. Он пошел в свою гильдию киса, блядь. Вот этот ДКшник, который все спамит с утра, это он и есть. Киса же сама вроде, нет? Да, там как-то по-другому у них, а киса через С или что-то такое. Просто надо мейн состав входить в первую 25-ку, чтобы таких вопросов не возникало. Ну да, пускай вторая 25-ка ебется. Набирать тех, кто остался, и уже идти осваивать тактики, ебаться, блядь, и вот этой вот хуйня. И сидеть там, блядь, по 5 часов, нахуй, вот. Так вот, чтобы не было таких разговоров, что кому-то потом из моего состава, блядь, там, лутает
ЕП, еще, не дай бог, ГПЛ утонет с того, что расслабляет. Не, есть хороший вариант еще, как это все нивелировать на самом деле. Ребят, мы у Халиона стоим. Мы у Халиона стоим. Мы уже стоим 10 минут, но. Так мы стоим, нихуя не происходит у нас. Ну, типа, потому что вы отвлекаете РЛ. Он начал взять ИПшки не накидывать. Не-не, даже готовности не было еще. О чем говорить? Ни готовности, ни хуя. То есть мы стоим full рейд, все тут, а, блядь, все поели, нахуй. Так вы отвлекаете РЛ. Вы отвлекаете РЛ разговорами, чтобы он, блядь, накидывал ИПшки. Мы стоим у босса, блядь, 10 минут уже, просто так. Просто в другие моменты об этом недовольстве нельзя будет поговорить. Тактику напомни в двух словах. Так, это кому свиста фляга? Я очень давно здесь был. К стене выносишь метку и отметил. Ну, уже, да. А, элементаль, или это в Гере? Это только в Гере. Ага, понял. Зайдите за линию. Скажи, каким хилам наверху оставаться? Инсика и, или Инсика и Нола остаются, остальные во тьме. Иди забирай, мастер. Перебегайте. Мастер, хильте. И в метеоре так не стойте. То он в Гере будет 100 тысяч наносить. Шотать будет. Беги, малышка, беги! Рано. Не заходите. Инола, не диспель. С треугольника заходите. Сейчас начнем двигаться заранее. Смотрите на шарики. Вот у хвоста, у лица босса будет лезвие. Готовимся. Третья, четвертая на выход. Идиола, ты должен был в свету остаться, а не заходить сюда. Тоже выходи отсюда. А что, чё, там... блядь, это нахуй, Святого убило, танка. Или его вообще тут не было, блядь. Кто это диспелит? Я не успел остануться. Давай, Святого убило. Меня подиспелил. Сначала надо было вопрос, наверное, задать, никто диспелит, а почему он не выбегает? Ну, в смысле, он получил и сразу его, по-моему, задиспелили. Не-не-не, секунды 4. Секунды 2, я продиспелил. Сними дух, сними дух. Так, а что в свету, ты говоришь, танка не было, как так? Я не увидел. Зашел, там всех побивал. Не-не, там был я и типа и танк. И, я и... кастовал свет и его убило, пока я кастовал. Инеола, еще раз. Ты не диспелишь. Диспелит Инсика. И ты не заходишь в тьму. Ты в свету остаешься. А может я не буду диспелить там, блядь, танк какой-то? Мне похуй, Инеола хуёво диспелит, ты будешь диспелить. Если хочешь, можешь Биг Дэм подиспелить, тоже магию можешь диспелить. Рыба стоит возле мага. И не уходи во тьму, там этот щиток надо будет кинуть. Я не успел сказать. Я ему говорил, наверное, не уходить во тьму. Вы в свету остаетесь. И Нола, и Инсика. 12 минут рестарт. Да, сейчас еще рестарт. Быстрее заходите в инст. Как говорится, с выходными вас. Босс 5 минут бьется. Это, наверное, новую расу запустит. Да пошли они нахуй со своей новой расой, блядь. И там, чтобы не вылетало у вас, вы не покидайте тело, пока босс не сэвейдился.
Нула, ты где? Тоже зашел призраком в инст и вылетела игра. Она, кстати, сейчас иногда не вылетает, иногда в Долоран. Не, ну знаете, смена резиста для разных видов, там, льда, тьмы, это, конечно, неплохо. Он заебальский для танков, он очень... Ну, я говорю, он... Там те же самые вары будут вообще нормальные, чем там. И, типа, кто-то там говорит, там, типа, эридары лучше. А эридаров надо прокачивать. Справедливо. А этим сделал 20 заданий и все. Ну да, только, наверное, придется нового персонажа качать. Вот-вот. Ну можно сделать эрирас. Разве да, нет? По смене можно заплатить? Можно сделать бесплатный эрирас на эридары. Они на это, кстати, рассчитывали, как я понял, блядь. Чтобы поиметь деньги, кто играет, и чтобы... Ну нажми точку, резь ману себе, резь, что ты, блядь, там, ты ешь вообще? Тучку нажми, да ресни. За линию. Ну, администрация Силуса что-то знает, а мы нет. За линию, треплёха, зайди. Чтоб за огнем не остался. А? Ты плеха, выбеги из рейда. А ты танчишь, сейчас я уйду. Из треугольника. Так, начинаем двигаться. Сбоку стойте. Если его дальше проверну. Выйди из... Блять. Я забыл объяснить. Ложитесь. Спиной вставай, нехиль падайте. Как там? Какие новые лезвия? Ты такой говоришь, ну вот 20 минут АС. Мордаун, ты где? Я думаю. Заходи в инст. Холи думай, заходи, ну. Да блях, у тебя есть ДБМ? Ч
общем, вообще, ну, ни о чем, да, не понимает. Нет, ну, у него метка не увешивалась два раза, он не видел ее, видимо. Ой, ты что делаешь? Да к нахуй вы сюда подошли. Я отвел просто. Этот злобный перебежишь резней Неолу. Хухмастер, иди забирай. Не, он какой-то вообще чайник, может, он первый день играет. Смотри, он под ебалом стоит, он вообще нихуя не понимает. Сколько ему лет? 10? Игра 12+. С треугольника заходите. Ну, ты босса повернул, что нам у жопы было стоит, наверное, было? Да. Я его отводил. Третья и четвертая на выход. Стопните первая, вторая, дамаг. Вадикон, иди в свет. И дашь там Геру. Во тьме тоже давайте Геру шамана. Метеор. Ставь тотем Хэлла. И на ману гимн Мордаун. Я почитал. Он тогда зипку дам. Метеор. Опа, танковская. Какая? Так, на 3 минуты на милика. Никому не надо тапки, да? Вон, я нажал 10. Это чисто бесплатная хуйня. Кому-то надо вообще? Кто-то будет носить? А что она там дает? Давай на лока мне. Так, мастеру дал. Ну, нихуя не дает, броню дает только. Чешка. Так, Вадикон и Бромгексин. К
Кому с вас лучше закинуть? Одикон или Бромгексин? Он... Кто он? Элим? Я-то так это... Не нужно. ТТГ лучше. Короче, Бромгексин туда закину. Так, сейчас... Пока ребут. После ребута уже ТТГ будем сыграть. Нет, Навара можешь и позакидывать. А ты в первом не был варом? Нет. А сейчас ты в этот